эле наристесин дайыма жайлуу жана кыймылы эркин, ошондой эле дайым кургак жана назик болушун каалайт. Бамбина жалаяктарын ички катмарынын тез сооруп алып, жана терини дүүлүктүрбөйт. Ал эми уникалдуу тышкы катмары наристенин денесин демалдырып, эч убакта дүүлүктүрбөйт. Бамбина жалаяктарын шаардык дүкөндөрүнөн сурагыла. Жаңылык эми Кыргызстанга жетти. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, доброе утро всем тем, кто только-только к нам присоединился. Если вдруг вы сейчас трапезничаете, завтракаете, а я уверен, что львиная часть наших телезрителей сейчас именно в этом процессе увлечена, то желаем всем приятного аппетита. Ну а сейчас потихоньку раскрою вам тему сегодняшнего дня. Но перед этим спешу сообщить, что в Великобритании в этот день в продаже появилось топливо из майонеза, то есть биодизель. Сегодня мы разговариваем о нестандартном применении обычных вещей. И у меня в гостях специалист биогазовых технологий Веденев Алексей Гаврилович. Алексей Гаврилович, доброе утро. Как у вас настроение? Хорошее. Что вам с утра помогает быть в хорошем настроении? Работа. Работа. В первую очередь работа. То есть вы с утра встали и думаете, вот сегодня пойду на работу, и вам это поднимает настроение. Да. Вот всем бы так на самом деле. А вы как специалист в области биогазовых технологий, какова вообще тенденция развития этой темы в нашей стране? У нас страна традиционно животноводческая. Очень много отходов, в частности, навоза для животных. Вот. И потенциал его накопления, собираемого навоза, больше 7 миллионов тонн в год. Значит, если мы переработаем на биогазовых установках этот объем навоза, так, то получим удобрение на всю пашню республики. У нас 1 200 000 гектаров земли. Угу. А если это норма внесения этих удобрений где-то 5-7 тонн на гектар, то этих достаточно с лихвой для наших полей, на сельхозугодий. Не надо покупать и импортные химические удобрения. То есть все мы имеем свое собственное. Ну, чтобы нашим телезрителям было более понятно, уважаемые зрители, я вам спешу сообщить, что Алексей Гаврилович является специалистом в области биогазовых технологий, то есть он является специалистом, что вот как, допустим, обычный нам привычный навоз можно перевести в газ, друзья, и благодаря ему отапливать, например, наши дома, готовить пищу. Вот в этой области главный специалист, один из главных специалистов нашей республики является наш гость. Ну вот смотрите, газ, это метан, да, то есть тот самый метан, из чего его можно делать? Навоз крупнорогатого скота, да, птичий, еще что? Любое. То есть те же самые отходы, пищевые отходы, которые у нас дома образуются, из них тоже можно... Еще более эффектно выделяет газ. Еще более. Да. Давайте сейчас в соотношении расскажем нашим зрителям. Вот, допустим, тонна, допустим, навоза крупнорогатого скота. У нас, кстати, где-то около 1,5 миллиона голов в республике крупного рогатого скота. Угу. Это большой объем навоза. То есть соиловое содержание, где можно его собирать, накапливается в районе 7 миллионов кубометров. Тонна навоза, переработанного на биогазовой установке, так, мы получаем с него где-то 30 кубометров биогаза. Ага. Что такое 30 кубометров биогаза? Давайте. Это отопление дома, предположим, 100 квадратов жилой площади. И семья 5-6 человек, пища приготовления, горячая вода, там баня и прочее, прочее. Ну а одну тонну навоза отдают 20 коров. Да, где-то в районе 20 коров. В день? Да, в день дают сутки. В сутки дают тонну навоза. Дорогие друзья, знаете, очень интересная тема. На мой взгляд, мне кажется, если вы все... Вот у нас же проблема. У нас проблема в стране с мусором. Да? То есть и зачастую, а в большинстве своем это есть пищевые отходы. Пищевые отходы, то же самое навоз. Люди не знают, куда это девать и просто скидывают. А тут... Собственно говоря, есть куда в полезное русло его направить. Согласитесь? Да. Это вообще проблема утилизации, она во всем мире проблема того же навоза и пищевых отходов. Но она решается по-своему в каждых странах. И, конечно, не на свалке надо его перебирать, этот мусор, как бы уже сложившийся, который отвезли вместе и пищевым отходом. А пищевые отходы, они создают и санитарную, и экологическую угрозу там. А их надо собирать на месте образования.
столовые, рынки, магазины, дома, ну, то есть, где они образуются, пищевые отходы. Вот. Если мы переработаем тонну пищевых отходов, так, то мы можем в сутки получить до 200 кубометров. Угу. То есть пищевых отходов гораздо больше, чем от, собственно говоря, навоза крупного рогатого скота. В 5-6 раз. Угу, отлично. Ну, уважаемый телезритель, дорогие друзья, если вдруг у вас есть какие-либо вопросы к нашему гостю, уверен, наш гость даст исчерпывающий ответ на любой вами заданный вопрос, то вы можете прекрасно воспользоваться возможностью сейчас пообщаться с нашим гостем, позвонив по номеру телефона, который сейчас вы видите на своих экранах, 90-31-21. Звоните, задавайте вопросы, я уверен, найдем контакт между зрителем и нашим гостем. Ну, а пока короткая пауза, после которой и продолжим беседовать с нашим гостем. Ну, а также, друзья, не забывайте про конкурс. На кону у нас вот такая вот пачка подгузников фирмы Bambino, 48 штук. Вам нужно позвонить также по этому же самому телефону и просто всем пожелать доброго, хорошего утра. Ну и сделать это, конечно, немножко ярче. Ну а сейчас, друзья, давайте посмотрим рубрику ТОП-5. У нас есть такая рубрика, как мои коллеги подготовили, о необычном применении обычных вещей. Итак, друзья, смотрим ТОП-5. А вот, друзья, на самом деле интересно, да, вот кто знал, что из таких обычных вещей, нестандартное применение таких обычных вещей. Но у нас есть телезритель, который дозвонился к нам и желает задать вопрос нашему гостю. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Я вот хотела бы задать вопрос гостю. Вот такие великолепные вещи вот рассказывают. А что останавливает, что вот нет оборудования или нет желающих заняться вот этим вот вопросом переработки всех этих отходов? Отличный вопрос. А как вас зовут? Людмила Ивановна. Людмила Ивановна, большое спасибо за вопрос. Мы сейчас постараемся дать ответ. Ну вот, задают, что мешает? Мешает это политическая воля, прежде всего, руководства страны. Она вот только-только начинает просыпаться в этом отношении альтернативной энергетики. Сейчас вот как раз разработаны тарифы на энергию, которая вырабатываться будет, вот, допустим, посредством биогаза, хорошие коэффициенты, то есть это уже как бы бизнес-проекты хорошие. Ну, наверное, отношение политиков это не в том, что они не хотят, они просто не знают еще полностью всей пользы, да, это, наверное, этого проекта. Должна быть государственная программа, направленная вот как раз на развитие биогазовых технологий. Это тут ноу-хау никакого нету. Это уже, я говорю, это еще древние ассирийцы и персы грели воду биогазом в 17 веке до нашей эры. Угу. Вот. А здесь у нас сейчас прям просится в руки вот это отходов настолько много, что строительство установок в первую очередь, конечно, предусматривает финансирование. Угу. Есть выгода от строительства этих установок, то есть окупаемость. Это 1.5-2 года. Uh-huh. Это нету в мире такого технологического оборудования, там, быстро окупаемого. Uh-huh. Вот. Но средства нужны туда, конечно, закладывать. Значит, должны быть дешевые, доступные кредиты на строительство этих установок. Есть проекты, климатические фонды, которые помогают в этом отношении. Их надо использовать страной, чтобы, допустим, развивать вот это биогазовое строительство биогазовых установок. О результатах мы уже говорили, мы можем и собственную пашню обеспечить, получить более 200 миллионов кубометров в год биогаза, это довольно значительное. Угу. Это, да, и это не в промышленных районах, не в городе, а это на селе, где вот живет основное. Это, ну, в общем-то, и экологическая, и санитарная, и вот экономическая составляющая, это великолепная. И то, что, допустим, я перечислил, это и программа должна быть, финансирование должно быть, вот, информация должна быть. Многие ведь не знают, сейчас спроси у любого молодого человека, хоть в Аше, хоть на рынке, хоть здесь, ну, из 1001, может быть, что-то скажет, что такое биогазовая установка. Для некоторых это кажется что-то сверхъестественное. Да, 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 а это простая вещь. А это рядом. Это рядом, пожалуйста, оно работает.
Ну вот, а я так думаю, уважаемые наши телезрительницы, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос и дали исчерпывающий ответ. Ну а теперь давайте расскажем всем, вот, как это вообще происходит. Вот, например, берем мы изначально, допустим, ну, например, пищевые отходы, да, закидываем в тот самый агрегат. И что с ним происходит? Сколько времени нужно, чтобы из тонны вот этих вот отходов получить газ? Для работы биогазовой установки необходимо три главных условия. Так. Первое условие – это своевременная загрузка свежего сырья, так, и выгрузка сброженной массы. Ага. То есть это уже удобрение. Ясненько. Вот. Температурный режим. Угу. И периодическое перемешивание. Все просто. Работа простая. Это закрытая емкость. Угу. Вот. Процесс происходит в анаэробных, бескислородных условиях. Да. Вот. И в результате вот этих действий мы имеем... Это, конечно, требует дисциплины обслуживания. Угу. Вот, то есть четкое время? Да, то есть мы же убираем навоз ежедневно, допустим, на ферме, но не выбрасываем его куда-то там, не складываем, а загружаем в установку. Так. А сброженную массу мы уже возим на поля или на хранение для внесения на поля. Угу. Вот. Биогаз используется для бытовых целей, для генерировать электрическую энергию можно. Вот. Кстати, вот сейчас, которые тарифы уже приводятся в действие, они позволяют продать электроэнергию, выработанную на биогазовых установках за счет биогаза, где-то по 6 сомов за киловатт. Из одного кубометра биогаза мы можем получить 2 киловатта электрической энергии. То есть это получается уже установка, которая из газа делает электричество? Да-да-да, это электрогенератор, газоэлектрогенератор. Да. У нас есть звонок у телезрителя, тоже желает задать вопрос. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые призыва и дорогой гость. Алексей, очень приятно, что вы такие идеи светлые подаете. У меня такой вопрос. А есть ли у вас единомышленники? И что-то делается в нашей стране в этом плане? Потому что, поскольку мы знаем, в последнее время большая напряженка с выработкой электроэнергии, там рухнули планы по строительству новых ГЭС. А есть же пути более дешевые, более такие эффективные. Я уже не говорю о солнечной энергии в нашей солнечной стране, но это более дорогой проект. А вот то, что вы предлагаете, наверное, все-таки это более приемлемо. И, наверное, нужны только люди, которые преданы этой идее, и чтобы воплотили ее в реальность. Если у вас есть единомышленники, я желаю вам удачи. А если их нет, чтобы они были. И начать нужно с того, чтобы сортировать мусор. Вот, например, даже в городе, в селе понятно, там отходы, навоз. А в городе люди пищевые отходы выбрасывают в общий бак. Это очень нехорошо, это некрасиво, и это нерентабельно. Может быть, хотя бы на первом этапе сделать отдельно баки для пищевых отходов. Для многих. Может, даже если это качественные отходы, можно скот кормить, я думаю. Вот. Но еще много-много идей, я не хочу занимать ваше время. Просто у вас, ну, я думаю, что очень положительные идеи, очень реально воплотимые. Я желаю вам удачи и всего самого-самого доброго. А вам большое спасибо. Вы даже, наверное, не успели назвать свое имя, но я уже по голосу узнаю, да, что вы вас меня, да? Гуляра. Да, меня зовут Гуляра, и я потом попозже позвоню, еще поздравлю всех телезрителей с добрым утром, но это отдельный звонок. Да, Гуляра, единственное, хочу вам, ну, уже на протяжении, скажем, 3-5 звонков, меня зовут не Пайзула, а Пазылджан. Пазылджан, очень хорошо, Пазылджан. Извините, Пазылджан. Ничего страшного, поверьте, вы далеко не первая, не последняя, кто неправильно произносит мое имя. А вам большое спасибо за звонок. Ну, а вот ответ на вопрос, есть ли единомышленники, да, все-таки это был как вопрос задан, мы ответим после короткой паузы. Сейчас прервемся, а потом продолжим, хорошо? Не переключайтесь. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, всем доброе утро, хорошего настроения всем тем, кто только-только к нам присоединился. Ну и всем тем, кто до сих пор с нами еще. А, наверное, многие из вас завтракают, и всем желаю приятного аппетита. Мы сегодня разговариваем на очень интересную, очень практичную тему. Необычное использование обычных вещей. И у меня в гостях, я всем напомню, специалист в области биогазовых технологий Веденев Алексей Гаврилович. Алексей Гаврилович, а вот... Вопрос задала наша телезрительница, которая зовут Гуляра. Есть ли у вас единомышленники? Есть. Много ли их? Ну,
радует их прибавление, количество. Ага. У нас создана ассоциация возобновляемых источников энергии, республиканская. Вот. Она объединяет как раз все вот альтернативную энергетику. Есть центр развития ВИЭ. То есть он работает над как раз распространением информации и практически на делах устанавливает вот эти солнечные батареи. Вот. Есть проекты, такие, допустим, как программа БАС, которая очень хорошо помогает в этом направлении. Климатические проекты, которые, в общем, слабо используются республикой. Есть очень много единомышленников в этом направлении, и с каждым вот, как бы, годом интерес к этому возрастает, потому что вот та проблема, которая является, представляет собой эти вот отходы, навоз в частности, он превращается в великолепное удобрение и два продукта, и биогаз. То есть это уже и социальные условия на селе улучшаются. Те хозяйства, которые, вот, допустим, в домашней усадьбе установлены биогазовые установки, хозяйки не нарадуются. То есть ушли от дров, от угля, газ. То есть у них совсем меняется жизнь по-другому. Коровы отопление. Дают не только молоко, но и газ. Да. Проблема была там с соседями, куча эти навоза, там все это запахи, мухи, там сточные. Тут тебе ничего, а тут еще урожай. Вот, допустим, Новопокровская установка, там небольшая, маленькое хозяйство. У него, ну, в среднем урожай был где-то там 20-25 центнеров за гектара, ячмень. Вот после внесения вот этих удобрений, когда поставил установку, в прошлом году вот он получил урожай 48 центнеров за гектара. То есть как раз экономическая составляющая достаточно. Внушающее увеличение, да? Да. То есть, а вот смотрите, хорошо, как газ образуется, мы понятно. А вот то самое удобрение-то тоже через агрегат проходит? Или как-то, то есть получается, тоже вторичный продукт? Ну, мы уже как говорим, два продукта переработки. Это биогаз, он как бы на слуху, на зубу. Да. Но это метановое брожение. Это природный, в общем, процесс, понятно, который происходит в недрах земли, а здесь он искусственно создается. Да. В процессе брожения уничтожается патогенная микрофлора. Со семена сорняков. Запах, он уже без запаха. Он безопасен, можно его куда угодно использовать. Он даже может использоваться как кормовая добавка для животных. То есть, получается, вот мы, чтобы разъяснить нашим телезрителям, то есть мы навоз или пищевые отходы загрузили в этот агрегат, из него выработали газ, а все, что потом осталось, это есть удобрение. Да? А даже, в принципе, можно еще и в корм добавлять. Интересно. Ну, дорогие друзья, на самом деле тема очень интересна. Мне кажется, если углублять нашу беседу, то можно разговаривать часами. Но вот есть еще один телезритель, который хочет задать вам вопрос. Доброе утро. Доброе утро. Это Людмила Ивановна опять беспокоит. Да, слушаем вас. Я бы хотела узнать телефон, где можно вот купить или как вот эту установку-то? Хорошо, вопрос ясен. Где можно научиться, как вот с ней работать? Так, вопрос такой. Значит, как вас можно найти? Найти у нас Шабдан Батыра 1А, Алматинская 1А. Это вот недалеко от пересечения Горького и Алматинской. Собственно говоря, телефон, недалеко от телеканала НБТ. Да. Телефон можете записать, если можно, да? Давайте. Да, 0559-300-104. Шабдан Батыра 1А. Ну, я думаю, наши телезрители теперь смогут вас найти. Ну и что ж, к сожалению, время нашей с вами беседы подошло к концу. Ну и сейчас, вот по доброй традиции беседы с нашими гостями, нашим телезрителям прошу от вас пожелания, в общем, от вас пожелания, вот, чтобы их день был ярким, солнечным и хорошим. Прошу. Вчера выпал снег. Настроение должно быть уже лучше, чем грязь. И вообще, жизнь такая хорошая штука. Только к ней надо поворачиваться лицом.
Вам большое спасибо. Дорогие друзья, я напомню, что у меня в гостях был специалист в области биогазовых технологий Аведенев Алексей Гаврилович. Алексей Гаврилович, вам большое спасибо, что пришли, проинформировали все наше население, рассказали интересную тему. Вам большое спасибо. Всегда рада приветствовать таких интересных гостей. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, мы идем дальше. И сейчас, вот, собственно говоря, перейдем к следующей рубрике. Если вдруг вы... ищите ответ на вопрос, что же приготовить дома, чем порадовать членов своей семьи, какой интересный кулинарный изыск приготовить, то Зарина Хасанова готова ответить на ваш злополучный вопрос. Сейчас рубрика «Кулинарный гурме», друзья. Если вдруг у вас есть все те ингредиенты, которые будет использовать Зарина, а также профессиональный шеф-повар, то готовьте вместе с нами. Если же нет, то в таком случае прямо сейчас берите ручку и листочек и записывайте рецепт. Всем желаем приятного аппетита. Готовьте вместе с нами «Кулинарный гурме». Партнер утреннего шоу «Улыбайся» – подгузники «Бамбино». «Бамбино» – заботая о вашем малыше.